Всем привет, друзья, самогонщики, винокуры. Купил тут недавно на Wildberries вот такую вот сушеную вишню. Килограмм 270, что-то в районе 300 рублей. Я ссылку прикреплю к видео в описании. Она получается горная вишня с косточкой. Хочу настоять на ней дистиллят. Здесь у меня есть дистиллят, я его уже разбавил до 22 градусов где-то, потому что хочу где-то, чтобы градусов 15-16 получилось, часть заберет на себя вишня, и такой, чтобы легкая была наливка. Сахар добавлять не буду, потому что в отзывах пишут, что она прям сладкая. Настаиваться будет без вакуума, без ничего, наверное, где-то месяц. Может даже больше, буду по цвету смотреть, как они совсем уже белые станут, там уже тогда буду сливать. Это второе видео тогда запишу. Первое сейчас как настаиваю, а второе уже когда буду сливать, фильтровать и, соответственно, дегустация. Сейчас вскроем. Весь, наверное, килограмм засыпать не буду, потому что она набухнет. Посмотрю сейчас по объему, сколько влезет. Где-то, наверное, половину. Да, вот так вот. Половину уберу. Сейчас кипяточком промою и подключусь. Итак, промыл кипяточком. Сейчас начинаем закладывать. Такая видно, что дичка. У нас в Сибири растет, конечно, вишня. Но чтоб сладкая она была, ни разу не видел. Кислятина какая-то вырастает. Посмотрим, что это за горная вишня. И посмотрим, что с нее получится. Машинка сзади стирает звук, если слышно будет на видео. Так, все. Она есть тут прям совсем мелкая. Ну вот так вот получилось. Плюс она в два раза, наверное, увеличится. Наверное, будет вот так ее. Ну, остальное как набухнет. Так. Заливаем. Ну и все, сейчас закрываю крышкой и убираю. Посмотрим, где-то на месяц буду каждые две недели встряхивать, каждую неделю вернее встряхивать, смотреть, что там получится по цвету, и уже конкретно на готовности, на процеживании, фильтровании, на дегустации уже сниму следующее видео. Ладно, всем пока.